истории. Все, извиняюсь, у меня что-то полетел в Инстаграм. Так. Мы снова вместе. Полетел в Инстаграм куда-то. Так. Ну, начнем с первого вопроса. Кати, как и когда мы подружились? То есть мне надо угадать, да? Нет, ну просто я не знаю, ли есть какое-то конкретное начало этой истории. Или... На теннисном корте? На каком-то турнире? Ну, я даже и не знаю, наверное. Как это получилось? Не помнишь? Нет, ну что, прям вот мы конкретно такие, все, мы дружим, я не помню. А ты помнишь? Ну вы одного возраста с Катей? Я спрашиваю, как... Она спрашивает, как мы с тобой подружились, причем тут... А, мы с тобой, боже мой, я все думаю, что как вы, со мной. Нет. Как же мы с тобой подружились? Мы... Сложно сказать. Я помню... Рассказывать смешной случай? Я помню, как я пришла на корты. Я много о тебе слышала. Мне часто рассказывали, что Марта Костюк классно играет. Подожди, давай уточним, сколько мне лет было. Ну, ты совсем маленькая была. Ну, не знаю, 10, 11, может так. Но я зашла на корт и увидела ребенка, который очень сильно нервничал, ну, как бы сказать, ну, психовал этот ребенок, немножечко кричал. Как мы с вами думаем? Мы-то знаем, как мы подружились. Вот. Мы но тогда мы не подружились точно. Я очень удивилась, подумала, ну, интересно. Но единственное, что я заметила сразу, это боевой дух. Это было заметно даже на тренировке, ты бежала за всеми мячами, ты там старалась, кричала, там, ты хотела выиграть, это было сразу заметно, и я подумала, вот, это очень круто, это классно, когда, ну, есть разные дети, есть дети, которые вообще не хотят, а вот ты точно хотела, вот. Спасибо. Поэтому это я точно. This is Russian language. It is. If you wanna ask some questions in English, we will answer in English. Нет, ну вы скажите, как мы познакомились. Мы познакомились на МТА. Вот так вот. А с тобой, подожди, ну с тобой мы начали хорошо общаться, ну, наверное... Где-то вот в Австралии, мне кажется, в прошлом году, нет? Где-то там. Где-то да, где-то вот где-то в том районе. Мы начали понемножку вместе тренироваться, и вот... Да. What about Ukrainian language? Дуже легко. Дуже легко, easy, але не думаю, що ви зрозумієте. Так. Що за українська? See you both at US Open in New York City, hopefully. Hopefully. Yes, really hopefully. How many cigarettes? We hope very much. Do Ukrainian tennis players smoke every day? No. I don't know anyone who smokes. I don't know. Especially every day. Your last doubles match and where? My last doubles match was with Marta in Cairo. Cairo, yes, that's what he's asking, like, together. Together, yes. Together we played only Cairo. Once. Doubles was in Cairo. Yes. Yeah. We did quite well, I think. It was a lot of fun, for sure. Yes. Can Which I buy is... pelmeni one day? Probably. I don't know what to say. Sardinia. Sardinia, it's a very beautiful place. I would like to come. How can a girl can be so beautiful like you, Marta? You should ask Pletya. It's all about Ukraine. Ukraine is такие famous. Такие классные, спасибо. Марта, ты наша... У нас это... О, Марта вернулась. Все вернулись.
Так, ну что, дальше пошли вопросы, какие у нас там есть. We got question if we are practicing already together. Yes, we are practicing already in Kiev together every day, and now we can really come back on court and enjoy playing tennis, actually. We're really happy. What is the lockdown like in Ukraine? In Ukraine, it was not that strict. We still had, like, people could were still allowed to go outside, but just had to wear masks. Like, we were able to run. So it was not, like that bad, like in some European countries. And then little by little now, almost everything is open, except, like, cinemas and like inside restaurants and stuff like that. And, like, transport, how do you say it? Public transport doesn't work. Public transport, yes. So that's... Yeah, but I think next week or two we're going to get many restaurants opened and fitness centers and hopefully everything, but we'll see. I think it was going to be step by step. Yes. Are we able to dine in restaurants? Not yet. Only. No. Так. Sorry. Ничего. Так, дальше вопросы пошли. Что нам тут задавали? Earliest memories together. That's what we already told. Lesa came to my home club in Kiev and saw me playing tennis, but also screaming and throwing records. She liked a bit of it because I was like, I had, like, good spirit, you know, like I wanted to win, but that was like our earliest memory. Так, who is the bigger troublemaker of you two? Can you guys guess? Who is the bigger troublemaker? I think it's very obvious. No, but we are both really good girls, I think, in the meaning that we don't do anything bad. It's just Marta is more emotional. Yes. Much more emotional. Yes. Is Ukrainian open for international tourism? No. As everything else, it's closed. Hopefully... People are really hoping to get chance to go for vacation somewhere, but not yet. Mm-hmm. Marta means trouble. Sometimes. Yes. I've got question, what do we like? Three things that we like about each other. Three things that we like about each other. In English, right? I have to say English. In English, yes. But this is going to be a little bit tough because I don't know that many words to describe. Beautiful, very beautiful. Так, ну, я не думаю, что если я скажу, что у тебя очень хороший метаболизм, это будет вещь, которая мне нравится. Так, Lesya is a very, very good thinker. Как это? Ну, короче, ты думаешь. Хорошо. Да. Also, how you say, like, Lesya always, like, she doesn't stop improving in anything. So that's what I like. Oh, she's so nice. No, I like that you're unpredictable, most of all. This is really, I think this is a really good thing, and I'm a little bit jealous because, you know, I don't have this in me, and I really like that you are unpredictable. You are funny, you are beautiful. That's it. Let's say that's it. Thank you. But many, many, many more things, for sure. Oh, thank you. Мне нравятся у нас вот комментарии такие от Никиты. Знаете гимн Украины? Ще не вмерла Украины. Ні слова, ні воля знаємо. Співаємо його. Ми його співаємо, тому що ми граємо фіткапи. Да. І ми його знаємо. І в школі навчалися, я не знаю. Ти вивчала гімн у школі?
Точно. Да, ну я ж на Майдан ходила, як я не можу. А ти на Майдані була. Можливо, українською? Без проблем. Питайте, ми будемо відповідати українською. У нас тут три мови. Три мови. Да. Якою мовою задаєте питання, такою і відповідаємо. Навіть хорватську трішки розуміємо. Слава Україні, поздрави з Хорватії. Все зрозуміло. Who is more beautiful? I cannot decide. Equal. Yeah, you... Easy. Do you meet in quarantine day with your boyfriend? What a question, what a question. That's for you or for me? I don't know, because I don't have a boyfriend, so... No, and I see him every day, so yes, no problem. That's how it works, you know, when you have a boyfriend, you actually see him every day. But in tennis life, there are many, many people together, but they live in separate countries. So I think for them, it's really tough to have something like we have now, like you go to your home country and you don't see your boyfriend or your girlfriend. But I think for some people, it's even like for some couples who stay together and have to stay together, like in one apartment all the time, and they are not allowed to go outside. I think for someone it's really tough, and it can be good reason to break up, actually. So you don't know what's better. I say like this. А у вас є хлопці, давайте зустрічатись. Ну, давайте, що ж робити? Давайте зустрінемо. Так, після відновлення сезону у вас буде більше можливостей пограти разом. В рейтингу ви, здається, зараз десь поруч, так? Це, ну, ми можемо в рейтингу бути близько один до одного, а це не означає, що ми зустрінемось точно на корті, як в матчі, тому що ми можемо бути на різних змаганнях, можемо всі ці бути в різних кінцях, хтось раніше програє, там, або виграє, я не знаю. Тому шанс тільки, якщо ми на одному змаганні. Я думаю, що найголовніше, щоб турніри були. Да. Ми там вже розберемося. Ми з ким граємо, без різниці. Пишіть адресу, я зараз приїду. Ні, адресу ми не скажемо, вибачте, будь ласка. Це таємниця. Complete for Summer Olympics in Tokyo next year, Team Ukraine. I think so, yes. We have a good chance, so. Yes. I hope I can qualify, and Lesia can qualify. Me too, yes. Yeah. You have to be like around 60 or 70, right? Yeah, you have to be quite high in the ranking, and yeah. And we need to play, first of all. We need to play. Марта, какой самый обидный и самый радостный ваш матч? Такой, что прям самый обидный. Самый обидный, наверное, знаю какой. Самый обидный в Загребе в прошлом году, в начале сентября. Очень плохой матч был. Он был не обидный, а он был просто очень плохой. И мне было обидно, что я его играла вообще. В принципе, что матч существовал. Но он очень много мне уроков преподнес. И самый радостный, ну, наверное, когда я в Каире выиграла финал. Я его хоть легко выиграла, но все равно была очень, очень радостная победа была. Так, а у меня, ну, обидных, наверное, точно можно вспомнить парочку. Наверное, самый сложный, который я помню и который в итоге оказался обидным, я долго вспоминала, это проигрыш Кати Бондаренко, когда мы боролись настолько, что меня выносили с корта в прямом смысле слова, там, 4 доктора под руки, потому что сводили судороги, и это было одновременно и сложно, и потом так обидно. А, это в Майами или в Индиан Уэллс играли, да? В Индиан Уэллс, да. Может, мы смотрели тогда этот матч, я помню, дома. Я допустила большую ошибку, я закончила матч, пожала руку, и я села на стул. И это была самая большая ошибка, потому что свело судорогами все, и я не могла встать. И не могли начать следующий матч, потому что ничего не могли со мной сделать. Это сейчас вспоминать смешно. Тогда было не очень. Я еще потом у доктора минут 40 просто лежала, ждала, пока эти судороги закончатся, чтобы там душ хотя бы принять. Потом пошла в душ, меня в душе свели судороги. Я прибежала обратно, опять легла, потому что, ну, было вообще ужасно.
Самые такие запоминающиеся, наверное, ну, это, наверное, финалы, потому что выиграть финалы, это всегда, когда выигрываешь финал, турнир, это Что это что-то прям как-то особенное. все, оно как-то все победы на турнире вместе соединяет, это Да. радость, поэтому. А если такой какой-то отдельный матч, то, наверное, на каком-то очень таком ровном, классном уровне и супер. Вообще весь матч был с Осакой в Брисбене в прошлом году. Вот прям он был супер. Наверное, один из таких прям вау. Так, What что? weight are you adding to your racket? It's only few grams, but it depends on the place where you put it, and it feels different. Так. Favorite Grand Slam to play and to win, hopefully. My favorite Grand Slam, Australian Open. Australian Open, yes, definitely. Australian Open. But to win, I would like to win maybe US Open. Like US Open, Wimbledon, Australian Open, and Roland Garros. I would say like this. For me, the same. I think because if you win US Open, you go to all this like the Jimmy Fallon and all this like I think it's very cool there. And Wimbledon because it's like very prestigious tournament, so it has like very long like it has a lot of tradition, so it's like the oldest tournament, so it's you know, it's everyone's dream to win Wimbledon, right? Royal family and Yeah. all these people watching you, all famous people watching you, and it just feels a little bit different. I don't know. Yeah, I think Wimbledon is a very special place for Yes. sure. And Australian Open because Australian Open is one of my favorite slams, so it's kind of pity to put it the third one that I want to win, but I think that's how I would. Great. Найбільш незручний суперник. Ой, ну это, наверное, какая-то Сориба Сторма или Никулес. Я б от Ніколеску фу, точно, вона дуже Точно. Ну я не играла незручна. з ним, ну я не грала, але. Дуже незручна, тому що взагалі не зрозуміла, що вона робить на корті. А я завжди казав, що доволі багато разів програвала Лєпченко. Дуже багато, не знаю чому. Дуже чомусь А, знаєш, хто ви вже не їй зрозуміли? зручно. Хто? Бузкова. Я їй програла А. два рази вже, але вона так грає, так низько, бігає просто, вона всі м'ячі достає, як тільки можна. Це Ну і вона точно. ще, правда, так, вона, з нею тяжко грати, тому що у неї такі, якби вона така дівчина класна, ну, поза кортом, така, вітається, все нормально, але коли вона на корті, то... Вона просто у неї все сумасшедша не драма, а вона от кожен м'яч вона достає, і типу зараз вона упаде, і все отак. Але так нормально. Так воно нормально. Так. Are you cheating some game? What do you mean? What do Like, you mean? we're playing with chair empire, with line empires. It's like, Yeah, so it's a it's bit tough to cheat. quite tough to do, actually. Марта, какой шлем у тебя самый любимый? Australian Open. Укрсібанку. Коли йде наступний Fed Cup? Він мав бути в В Японии. Японії. У квітні, але він не відбувся, і ми зараз взагалі не розуміємо, що буде відбуватися з усіма турнірами, і в якому форматі буде все відбуватися наступного року. Ми взагалі не розуміємо, тому що стільки всього буде необхідно провести організаторам, що не зрозуміло, як це буде. Favorite ATP player? Леся. Роджер Федерер? It's not tough, I think. Yeah, for me the same, Roger. I think it's an easy question. Is a pleasure to watch him playing. Хто вас зараз тренує? Мене тренує моя мама. А Лесю... Ніхто, але можна сказати, що твоя мама. Да. Вона веде тренування. Who is the greatest female player ever? I would say Margaret Court first. I think she's one of the greatest. And I then think Steffi Graf. Steffi Graf, Yeah. but still I think Serena for sure, Yeah. one of the top. Are you rigging matches for win money? No, never. Never.
Никита, спасибо. Главное Австралия. Главное Австралия обязательно выиграет. Так, ну мы можем пока так чуть-чуть перерыв в вопросах, чуть-чуть рассказать, что у нас тут интересное событие. Мы немножко поиграем в теннис. У нас будет турнир. И он будет проходить в Ирпене. Его будут показывать онлайн, будут показывать на канале. Поэтому смотрите, к сожалению, по-прежнему турнир нельзя проводить со зрителями, зрители не будут допускаться, но турнир будет проходить, и мы очень рады, что наконец-то хоть какие-то матчи мы можем поиграть в этих условиях и встретиться со всеми девчонками, подружками, пообщаться. Это после самоизоляции, потом просто изоляции, потом карантин, это все будет, я думаю, очень весело. Де онлайн можна подивитись. Я, наскільки знаю, буду на декількох сайтах, тому шукайте, я думаю, посилання буде дуже легко знайти. Да, тому що буде високого рівня зйомка, професійна. І, в так, принципі, я не знаю, я не думаю, що воно буде на якомусь телебаченні. Мені сказали, що тільки фінал. Півфінал і фінал. Півфінал і фінал буде на телебаченні. А всі інші матчі... Леся, ну ти тільки що гарно українською говорила. Нічого. Слухайте, люди, будь ласка, українська, російська, англійська – не проблема. Якою хочете? Так. Ну, ми не знаємо всі правила. Я думаю, що буде тільки суддя на вишці, головний суддя. Не буде лінійних і не буде болбоїв, я думаю, просто із-за норм безпеки. Як це? Тому будемо самі ходити м'ячі збирати. Так, але на жаль, це зараз такі умови і... Можливо, якщо буде телебачення, якщо буде півфінал і фінал, то все ж таки будуть болбої. Можливо, допускаються в масках. Це все треба буде, напевно, запитати в організаторів, тому що ці нюанси в теперішніх умовах взагалі не зрозуміло. І я думаю, ми все побачимо. Хто, крім вас, буде приймати участь? Я, Леся, Даша Лопатецька, Надя Люда-Кичинок, Маріанна Закарлюк, Марія Берген і Вікторія Петренко. Так. Всі, хто можуть в Києві грати. Всі ну, грають. Даша не в Києві, так. Даша в Харкові, але я думаю, вона просто хоче зіграти змагання. Угу. Будуть болбої, судді в масках. Ну, ми дуже сподіваємось на це. Is it intimidating to play on a big court? It is. I think it is. It's a lot of people there and you don't feel, you know, like you have to keep your energy, you know, from, like, away, not away from these people, but you cannot really spread it on everybody. So, yeah, it is. Martita Kostyuk, do you understand Spanish? I think I might understand a little bit because I'm learning Italian. And definitely you will understand and you will be able to speak. I think it's very similar, so a little bit I'll understand. Because I think that Spanish and Italian players, they speak with each other really easy and they understand. So you will be, for you it will be so easy to understand almost all the players on tour, I think. Умные на English. Талина Костюк. Доброго вечора. Нам тут написали, Леся, умные на інгліше панти. Що ти отвечаєш? Yes, панти. Ми дуже пантовіти. Да. Yes. Yes. Of course. А коли почнеш по-італіянськи говорити, то будеш вообще на пантах. Просто саме пантове. Будеш італіянські словечки вставляти, вообще, будеш пантове. Я буду з дизайнером каким-то, который там fabrics, і ми приносимо. Да, fabrics, да.
найжахливіший момент в кар'єрі у кожної з вас? У мене найжахливіший. Можна я не буду говорити. Так, ну як так сказати? Найжахливіший момент? No, first I want to say that so many people writing to you that you have beautiful eyes. Thank you. What I is so special about your eyes? Huh? I think it's just the lights. Usually, because I have like a professional lamp here, so I have like, you know, like panty. So I think it's the lights, but my eyes are not that blue when, you know, when you just see me, like when you talk to me in life. But I don't know. It just, I see it only on the pictures or on the videos. So I don't know. А найжахливіший момент у нас якою мовою був? На, зараз пролістаємо. Найжахливіший момент в кар'єрі кожен з вас українською. Леся? Ну, в мене травма, це точно, тому що я взагалі ніколи такого раніше не переживала, в мене такого не було. І якщо травми були, їх було дуже багато, але вони були такі, знаєте, мілкі. А ця така серйозна була, тому... Тому так, це мій лікоть. Мене а в тебе? Я не знаю. Ну, кажи. Я не буду казати. Я навіть не знаю. У мене немає такого, що прям був от якийсь от самий жахливий от один момент. Рано. Тобі реально ще рано щось переживати жахливе. Давай вже. З цієї кар'єри, яка в мене там була, я ж можу виділити якийсь самий поганий момент. Все одно ж він є. От. Ну, в мене травм таких не було, щоб я прям... Хоча в мене була травма в тому році. Її було декілька. І... Але я не вважаю це своїм самим жахливим моментом в кар'єрі. Ну, самий жахливий момент в кар'єрі я говорити не буду. Тоді відповідь така буде, що от травми – це... Ну, травми, так. Да. Я думаю, що так. У всіх, в принципі, 95% це травми. Так, так. Who was your role model as you were growing up, Леся? I think my parents is like, I think it's for everyone, but as a tennis player, of course, I was following all the tournaments, and I remember I was waking up at 4:00 in the morning to watch Australian Open. Yes. And I think with my father, but in 10 minutes my father was still watching and I was already sleeping, and next day he in the morning in a few hours he was just telling me what happened, but I was really following tennis. And I liked few players like Martina Hingis and Russian Marat Safin. I think that was the biggest idols for me, but I was Marat Safin. I liked him the way he was playing, but I never liked his behavior. And now I understand that I at that age I already understood that he's so cute. Так, I really didn't have anyone. Like, I didn't have any idols. No, you are special. So I always felt like I'm special. Yeah, no, I'm not special, but You're a very big personality, I think. Yeah, but I was looking up, like, for the different players as their results. Like, for example, I remember when, like, Roger was playing well, he was my idol. I remember watching Nadal and Roger's finals of Roland Garros and always cheering for Rafa. I don't know why, but I was always like cheering for him. But I was very, very young, but I still remember it. And there were like, when Muguruza won Roland Garros, I was already like quite not young, but I was looking up to her. Like I was looking how she was playing. So there was a lot of players who I was trying not to copy, but I was trying to look up to when they were on their best level. So that's, I didn't have like one exact idol.
I just understood that we have quite a big difference in age. I'm well, speaking yeah, about but I don't even remember like who was playing like 2006, 2007, 2008. I don't remember those players because I was very young. I remember watching tennis, but I really don't remember those like even big names, but I just cannot remember. Yeah. Who was playing? Так, can you sign the can you speak French? Un petit peu. Not really, but I was trying to learn in school, but it didn't work. Так, дівчатка, актуально. О, два інтересних вопроса. Дівчатка, актуально перед літом. Фігура, отож, питання. Mm-hmm. Який улюблений корисний сніданок? Я, Леся, мене підсадила на свій сніданок. Але це секрет. Ми говорити не будемо, що ми снідемо. Але я люблю снідати, наприклад, творог, там, от зараз сезон полуниці, сезон голубіки. Я дуже люблю творог там з ягодами. Різним, без цукру, без додавання нічого. Можна, я ще люблю, можна додати там сметани трошки, так дуже смачно. Але я інколи забуваю. От, в принципі, такий корисний сніданок, він достатньо, ну, дає багато енергії і достатньо низькокалорійний. Тому я ж тут. Хліб, але він має бути такий. Ну, я зараз буду... Хлібного, да? Оцей 700 кілокалорій, да? Такий хліб, який нормальний. Але я зараз буду трішки понти кидати. Це такий, щоб він кріспі був. Ага. Такий кріспі. Хрусткий да. Хліб. Зверху авокадо, але без нічого. Просто авокадо, дуже люблю звичайне авокадо. Я не люблю, коли авокадо з чимось змішують, якось це гуакамолі. Знову трішки понтів. І зверху яйце або сир халумі. Ось це ідеальний сніданок. І ще велика кружка капучино. З соєвим молоком або з мигдалевим молоком. Ну, я дуже люблю от авокадо тост. Я його не дуже люблю робити вдома, якщо чесно. Тому що це дуже довго, і я забуваю в основному. І я люблю, от коли я щось замовляю, там, чи я, в мене є там можливість замовити там сніданок або піти на сніданок якийсь місце, то тоді я, в принципі, майже завжди замовляю авокадо тост. І я... В Австралії. Да, в Австралії. Але я пробувала, наприклад, їсти там тост, авокадо, яйце пашот і лосось слабосолений. Але мені після цього соленого, мені дуже хочеться потім пити. Дуже хочеться пити, і я, ну, таке солене я не дуже люблю на сніданок, таке сильне. What's your favorite food? What question? What is your favorite food? Favorite food. I don't know. I'm like sweets. Not sweets. I don't need chocolate or something like this. I prefer to eat like bread and so with some toppings inside. And if I want to eat something sweet, it's mostly like sweet bread or like some pies that I make or brownies that I make or like banana bread. So, but now I'm trying to eat healthy, not healthy, but like not very like fat food or like that has a lot of sugar or, you know, so that's like, I'm eating banana bread mostly that I make. It's without sugar, so I think I might make the life once how I make it. I think it's cool because it's pretty healthy, you know. So everyone. And I think you're doing well. You're doing really well. Yes, because I'm feeding Lisa with all my experiments.
Yes. Если во время матча игра явно не идет, а кто-то на трибуне кричит: «Леся, соберись», это раздражает или наоборот еще больше? А это подбадривает или наоборот еще больше раздражает? Очень зависит от ситуации. Интересный вопрос. Наверное, все-таки помогает мне лично. Ну, чтобы не, не думаю, что это меня прямо раздражает. Ну, это прям вообще такой вопрос, нюанс такой, который не все, наверное, могут даже понять. Иногда, да, действительно, могут что-то крикнуть, и это раздражает, и внутри идет реакция. Но скорее будет помогать наоборот. Всегда хорошо, когда тебя поддерживают. Чи були ми у Львові? Чи подобається приїжджати туди? Я була дуже давно, майже не пам'ятаю, чесно кажучи. Ніколи не була там як турист, тому що, кажуть, дуже гарно там, і, напевно, я все ж таки побуваю, а ти? Я була у Львові дуже багато разів, особливо, коли була маленька. У мене прекрасні спогади. Моє улюблене місце у Львові – це Львівський Пляцький. Коли я дізналась десь там півтора роки назад, що це місце є в Києві, я... Буває, зупиняюсь там і їм штрудель з вишнею. Дуже смачно. Штрудель з вишнею, тому що там майже немає тіста, і все в вишні, і в грецьких горіхах, і дуже смачно. От тут Нікіта жалується, що ми його ігноримо. Нікіта, не повторяй питання, ми на все відповімо. Тут у нас вопрос є. Коли, на вашу думку, в Україні буде організований перший WTA-турнір? Я думаю, що коли з'являться спонсори, які будуть готові. Дуже потрібні спонсори і такі великі. Для того, щоб провести турніри, необхідно багато грошей. Да. Я надіюсь, що у нас хоча б... Я надіюсь, що у нас хоча б зроблять турніри якоїсь там рівня 60 тисяч, не знаю, може, хоча б 100 тисяч. От таких навіть хоча б, мені здається, було б достатньо. Щоб такого рівня. Ну, для початку. А потім уже можна і... Так, що тут є далі? Дуже, дуже багато питань. Мені дуже важко сказати. Скільки ви зараз весите, якщо у вас домашні животні? Так, ну у меня есть домашние животные. У меня собака и кошка. Сколько я вешу? Я вешу... 52. Это какая-то ты наугад, типа? Ну, надо немножечко там... Ну да. Приуменьшать, приукрашать. Но я похудела. И мне это сказали уже все. Поэтому... Ну, говорить, сколько я вешу, я не буду. Так. Девочки, теннисный локоть, знакомая травма. Мы с ним встречались. У меня был локоть гольфиста. Да, это такая теннисная травма, распространенная. Встречались, справлялись. Неприятная штука. Но справиться можно. Да. Нет, у меня, слава богу, таких травм не было. Так, что у нас тут? Вопросики, что у нас есть, которые нам задавали? Давай вниз самый пойдем сейчас. Так, меня знаешь, что Заряна спросила? Что? Она мне написала в эти вопросы, написала: Are you really on a diet? She is not sure. No. But she sees me checking all the grams. You know, I put the plate and I put the food and see how many grams. So, yes, так, надо Никите отвечать, будет обижаться. Марта, ты очень женственно выглядишь. Спасибо. А Леся не ответила про вес. Мы с Лесей почти одного... Ну, мы весим с Лесей почти одинаково. Да, все, так что вот. Можно сказать, ответили. Так. Все, спасибо. Очень много красивых, хороших слов для нас. Спасибо, спасибо большое. Так. Что вчера еще интересного спрашивали у тебя?
У меня спросили, споете дуэтом первую песню Даяны Ястребской. Я не знаю слова. Який аспект вашої гри вважаєте найслабшим, який би ви хотіли покращити? Щоб таке найслабше, напевно... Зараз посчитає всі. Зараз я статистику сведу. Ну, от зараз можна з льота поработати подачу, все остальное. Ви бігаєте кроси. Да, а у тебя какой самый слабый удар? А ну расскажи, а то у нас турнир скоро, я хочу знать. Что это вообще такое? Слабый удар? Слабости? У тебя нет слабых ударов, да. У тебя все сильные. Нет, я думаю, что... Ну, резанный, наверное. Вот с резанным проблемы пока. С укороченным все хорошо. Не завидуйте, Даяне, она всесторонне развивается. Да никто не завидует. Мы не завидуем абсолютно. Вы бегаете кроссы. Это актуально в подготовке теннисиста? Сейчас очень бегаем кроссы, потому что карантин. Да, много. Но я сейчас вот за вот эту неделю до турнира я бегаю только короткие. Я бегаю не длинные там кроссы, а короткие какие-то ускорения какие-то. Турниры уже так поспокойнее. Да. А так в основном, да, ну, не менее 40 минут в хорошем темпе. Why do not you share daily work? It's a good question. It's a good question, but at the same time, I think it would be tough because, you know, you need a special person who's going to follow you everywhere. And who's going to make all the videos? Well, and... you have that person. I don't have one. I think it's... And at the same time, it's going to be fun. But at the same time, I think in a few days or weeks, it's going to be like all the same, no? Well, and also, this person has to run with you if you run. And standing on the court, filming everything. I think it's like, if for example, I think for other people, if we play tennis and at the same time we do some jokes, maybe then it's going to be fun. But just watching how we play. No, but also like some workouts, I tried to record by myself to put a phone somewhere or something, or to make a live. But for me, it's just I'm trying to be so focused on the practice that to have some, like, and I care pretty much about every workout I do that I just don't want to like to spend my focus on it, you know? So that's why that's like one of the reasons I don't do it. And it's already tough for me, like, because I don't have fitness coach with me right now. So I make all the programs by myself, like by the program of the coach, but by myself. So it's already tough because I always have to look in the phone to check what is the next exercise. And, you know, so it takes some focus away and also to record it. It also takes even more time and focus. So, and I also saw so many players doing this. This is my workout. This is my warm up and this that I just find it like it's just too late for me to do it. I just don't think it's probably. Очень много вопросов по поводу нашей совместной пары. Ну, вы знаете, это ну, не так просто. Мы с Мартой тренируемся вместе, но мы не согласовываем наши турниры, чтобы мы прямо везде будем вместе ездить, поэтому... У меня уже рейтинг хороший. Уже у меня тоже попадать. Неплохой в паре. Нет, у меня же не было рейтинга. Да, да, да. Мы еще в Каире боялись, что мы не попадем. Так. Дочке 6 лет, и она слабенькая в группе по теннису. Ну, ребенку 6 лет. Ну что же, вы же прямо она уже слабенькая. Ну, подождите. Нет, даже если она слабенькая, она же в 6 лет не должна показывать какие-то результаты. Да, не спешите. Надежды какие-то. Не спешите. Еще очень рано и до профессионалов, тем более ей, ой-ой-ой, как далеко. Ирина вас будет приглашать на свадьбу? А уже? Что-то нет, нас не приглашали. Мы вроде бы не слышали пока. Да. А у меня нет этого вопроса, кстати, это, наверное, от твоих подписчиков.
Леся, Сільвером продовжуєте співпрацю після відновлення змагань? Ні, Сільвером я завершила співпрацю. Не зійшлись характерами зовсім. Так. Marta, I like your nails. Thank you. They're very bright. Що у нас тут по вопросам, которые нам задавали? What are your best memories together, Леся? I think Cairo was really fun. I think it was the first tournament that we really spent together, right? Yes, and we were we played doubles and we had like breakfast together, dinner together, lunch together. Yes. So we were like the whole day together, basically. Yeah, it was a great time. It was really fun. It was not the best place and not the best tournament, but but it was still fun. We made it was still the fun. Best out of it. Yeah, for sure. Hope to see you next year at Constanta. We'll have an ITF 100,000. Where is it? Constanta какая-то Румыния, наверное. So how was your recovery in Malaga? Hope you are 100% fit to compete. The recovery was really good. It was a very nice place, and I had the rehab, and at the same time I spent a lot of time in the gym and on the beach. So I was working on my 10 lines and 10 lines, and I was really having fun there, but I was missing home a lot, actually. Везде, где мы были вместе, везде было весело. Конечно. Конечно, особенно там, где был ты. Да. Девчонки, когда большой шлем будет у украинской теннисистки? Очень скоро! Очень скоро! Да. What's your favorite meal? Ой, Лёша, привет. What's your favorite meal? Ну, Italian food, I say. I would say sweets because I just like sweets. Protein bars. Yes, I have to replace all the sweets with protein bars, but... Так, у нас уже тут 20 раз запиталися. Чи підтримуємо ми ідею об'єднання WTA та ATP? Якщо так, то чому? Я за. Я дуже за. Я також за. Да, тому що... Я думаю, що це зробить... Теннисний світ ще сильніше, ще краще, і ще більш відомим. Тому нікого не буде там окремо. І цікаво, як буде розподілятися фінансування, якщо вони об'єднаються, тому що була велика різниця, крім прем'єрів там і шоломів, у чоловіків набагато вищі призові, ніж у жінок. І цікаво, як вони будуть оцією частиною розпоряджатися. Так, знову пішло дуже багато питань. Ким ще дружити дівчат наших інших видів спорту? Інших видів спорту. Я тільки з хлопцями. Ну, я хлопців знаю. Інших видів спорту. Мы бы ответили Мадине, если бы она повторила вопросы. Вы понимаете, мы просто не успеваем, мы вылавливаем. Поэтому Мадина, правильно, повторите ваши вопросы, мы на все ответим. Лопатецкая не звонила после викторины тебе? Мне, но она звонила с угрозами. Сказала, я обиделась на тебя навсегда. Ну, она не обиделась. Она мне написала, но вообще по другому вопросу. Я не знаю, она смотрела. Может, она и не смотрела, не знает. А вот скажите, взлет Медведева, куча финала плюс US Open, это какой-то сюрприз или закономерность? Лично для меня сюрприз. Ну, было видно, что он набирает форму, классно играет, но именно вот
такая серия. Я думаю, что здесь даже не вопрос о Медведеве. В современном теннисе, учитывая как бы все, ну, количество победителей, все время разное, сейчас нет одного отдельного лидера. И вот Медведев выдал такую серию, это, конечно, вообще было для меня удивление однозначно. Ну, я тренировалась в Каннах какой-то период времени, 3-4 года назад. И он там тренировался, и он, по-моему, продолжает там тренироваться, поэтому я его видела. Никто вообще, ну, 5-6 лет назад, если бы кто-то... Я просто знаю очень много там историй и всего, что мне все, кто говорили, вот не верили, что он вообще может играть хорошо там. В 100 стоять там или еще. И вот 3-4 года назад у него начался такой подъем, он вошел, по-моему, в 100. И вот с того момента он как-то пошел вверх-вверх-вверх. Поэтому для меня, что он прям вот хорошо играет, я думаю, что это закономерность. Но так как он сыграл вот американскую серию, это, конечно, было очень-очень неожиданно. Очень неожиданно. Но он очень трудолюбивый, очень трудится много. И я считаю, очень правильно. У него команда есть, с которой он работает уже там 5-6 лет. Одна, она состоит только там 2-3 человека, реально, только 2-3 человека, и он не меняет, и они очень там, знаешь, очень подходят друг к другу, и поэтому, мне кажется, это и получилось. У нас это очень актуальный вопрос, какие планы на лето? Надеяться и ждать? Да. Надеяться, ждать, тренироваться и снова ждать. І знову надіється. Хто буде домінувати в чоловічому денсі, коли велика трійка піде? Я думаю, буде домінувати молодець, Ціпас однозначно, Звєрєв, Медведєв точно, Фелікс, Деніс Шаповалов, хто там ще з молодих, Демінаур, от ці будуть. Я думаю, що молоді будуть домінувати. Йдемте поїдім. Еда. А что, Леся, ты что, ужинаешь, что ли? Нет. Так что не надо. Так. Травма плеча с вами знакома? Да, когда мне было 13 лет, я была маленького очень роста, но при этом у меня была очень сильная подача. И у меня в какие-то моменты просто не выдерживало плечо. Я думаю, от скорости, с движением у меня, в принципе, всегда было все нормально. И у меня болело очень плечо. Бывало, настолько сильно болело, что я вообще не могла двигать рукой. И просто приходилось закачивать. Вот просто упражнения обычные с резиной, поднимать постоянное количество раз и вообще укреплять везде организм. Не помешало бы. Я думаю, что это универсальное средство на все травмы. Поэтому... Однозначно. Я только так свой локоть и вылечила очень большим количеством упражнений. Угу. По-другому ничего не помогало. Ну вот в Испании реабилитация помогла заметнее, чем все остальное, но основа это упражнения. Много-много-много упражнений. Да. Что можете сказать о Нике Кириосе? Он очень талантливый, очень интересно смотреть его игры, но я считаю, что он очень плохо себя ведет. Не то, что даже плохо, он такой бунтарь, и очень многие подростки, очень многие такие вот маленькие, ну, не маленькие дети, вот, начиная там с 10-12 лет, берут его в пример. И я считаю, этот пример не очень хороший. Не очень позитивный. Вот. Ну, он иногда, наверное, немножко переходит черту. Да. То есть вот тот же Марат Сафин, это всегда было интересно смотреть, хоть и как бы это было там, может, иногда разбивание ракеток, но Киргиос часто переходит и на личности, и вообще как-то... Ну и вообще, и вне корта тоже у него бывают высказывания какие-то такие... Не то, что они прям конкретно как-то обоснованы. Ну вот, да, да. Ну, это его личное какое-то мнение, да. Какое любимое упражнение в зале?
Ой, у меня любимое упражнение в зале – это заднее. Я могу ее делать бесконечно просто. Не у меня в зале любимое упражнение. У меня, наверное, нет любимого. Трицепс. Последнее время трицепс. Качать трицепс. Нет, у меня... Так, Roland Garros possible this year? Лёша, мы не знаем. Мы не знаем. Мы прям... Мы вот надеемся, ждем, просто верим. Надеемся. Вот. Да, надеемся и просто надеемся. У нас чому... нет ответов на вопросы. Чому жіночий теніс в Україні на підйомі, а чоловічий навпаки? Справа у дисципліні чи якісь ще фактори? Ну, це дуже таке вже багаторічне і складне питання. Навіть не знаю, що вже відповідати. Я думаю, що дисципліна, я думаю, що в нашій країні, так як в Китаї дуже багато тенісисток гарні, ну, в соці багато стоять, там, в соці, а чоловіків взагалі немає. Ну, є один Жіжен, це він у Івана. Любить, він його менеджер, от я про нього знаю. Він, у нього позиція якась, по-моєму, 130 в рейтингу чи 120, і він самий високорейтинговий гравець, чоловік в історії Китаю взагалі, 130. У нас така сама приблизно ситуація. Дисципліна – це одне з перших, і жінкам, я думаю, у нас всі жінки такі з характером, тому що треба пробиватися. І це, я думаю, десь покоління в покоління. Тому що у нас же була велика світова війна. Ой, у мене дуже тут тому дуже багато інтересно. Чоловіків пішло на війну і не повернулося. Так, я предлагаю еще три вопроса. Вот мне понравился, у меня тут даже не вопрос, а мне передает привет мой дядя, передает тебе привет. Он с тобой дружил в детстве. Ну, напишите же, как дядю зовут. Мне будет понятнее тогда. Вы дегустували вино від Стаховського? Дегустували. Леся не знаю. Ні. Леся ні. Мені дуже сподобалось ні. Біле вино. Я знаю, що мені 18 років, але я все з батьками, не переживайте, у мене все під контролем. Біле вино мені. Діма, у Діми є фамілія? Мені прямо цікаво. Яке правило в тенісі не любити найбільше? 25 секунд. Я напевно не люблю правила, напевно, от з коучингом пов'язані. Мені все ж таки здається, що... А, Діма Пасько, да, спасибо, все знаю, звісно. Однокласник мой. Привіт йому теж передавайте. Мені не подобаються правила коучингу, але вони вже змінені, і вже можна так прям коучинг вже можна з трибуни робити, тому думаю, що буде дуже круто і весело. Да. Ну, і раніше, мені здається, було нечесно, як коучинг обирали, ну, у кого коучинг, у кого не коучинг. Там мені дали коучинг на Australian Open 2 роки тому, тому що мама там взагалі, мені навіть це, знаєш, різаний. От, типа такого. Слайс. Быстро расскажу, у меня был смешной случай, мне вот так вот тренер показал, сказал, продолжай, а это расценили как слайс, что типа подсказка, что я должна все резать, справа, слева, вот так вот должна была, наверное, нарезать все удары, не знаю. Но я там отвоевала, мне штраф не дали и забрали этот коучинг, потому что, ну, это было странно вообще. Mm-hmm. Случаются такие случаи, да. Вот, а сейчас, так как они уже ввели это правило, кроме шлемов, в принципе, не будет такого больше, я думаю. Да. Есть один тренер, я его знаю, потому что я с этой девочкой хорошо дружу, который так подсказывает. Причем на шлемах, вот же на квалах, можно же подсказывать, по-моему, да. Булдона. Да. Если я не ошибаюсь. И я когда с ней играла на Австралии в прошлом году,
Боже, это был просто ужас. Он ей подсказывал настолько громко и постоянно, и... А я вместо того, чтобы сказать судье, судья, извините, сделайте что-то с этим, я решила так, но я лучше не буду говорить, я буду концентрироваться на матче. И надо было сказать все-таки. Да, иногда хочется вот...